Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня к нам пришли два айфона из Америки, заказанные прямо из Apple Store. Последний был бандеролька. Совершенно запечатанные коробки. Сейчас мы будем их распаковывать и смотреть, что нам пришло. Вот так, очень просто. Можно заказать себе телефон из Америки через посредника, бандерольку. Всего лишь за какие-то $20 телефон приедет. Конечно же, сейчас я вскрою, посмотрю. Первый раз, первое впечатление, хотя бы любил его в магазине, новая упаковка, довольно интересно, не нужно больше ничего резать, запаковая коробка, выпуклый телефон здесь чувствуется. Еще холодненький с улицы. Новый цвет. Новый цвет. Матовый черный. Довольно неплохо. Сейчас я поставил сим-карту российскую для проверки. Вот это количество сим-карт, которые здесь валяются, это все купленные айфоны в Америке. Всегда в айфоне идет сим-карта сразу вставлена, в зависимости от оператора. Как новый. Чуть позже.
не использовать. Только много. Tactic Engine. Я думаю, максимально надо поставить для начала. Хотя, конечно, бьет сильно максимально. Лучше средний. Стандартно. Для маленького айфона стандартный вид. Для большого можно увеличить. Ну вот, у нас iPhone из Америки за $650. Указано в нашем инвойсе. 650. Без накруток, плюс доставка. Любой человек может заказать себе его, пользовавшись бандеролькой. Лакаем его. Довольно большая. Работает быстро. Отойдем настройки, посмотрим, какая здесь операционная система. Версия 10.1 iOS. Сейчас iPhone все идут с 30, минимально с 32 гигабайтами памяти. И из коробки нам доступно 23 гигабайта. Это минимум, конечно. Надо проверить его на шипение. Конечно, шутка. Tactic Engine хорошо работает. Нравится новая кнопка. Новая сенсорная клавиша. Уже это не кнопка. Щелкает просто замечательно. Черный цвет просто супер. Эту кнопку хочется нажимать еще. Очень интересное ощущение. Ну, на этом все.